технологии, они говорят, что, дорогие друзья, мир будет меняться, мы пока сами не знаем как, поэтому готовьтесь к long life learning, всю жизнь учиться, обретать новые навыки и находить для себя применение в жизни, потому что ваши изначальные версии вряд ли будут востребованы экономикой. По расчетам, которые делают для поколения альфа, это тех, которым сейчас детишкам 10 лет и младше, они как минимум 5-6 раз изменят сферу деятельности. Не только работодатели. Работодатели они поменяют 16-20 раз за свою жизнь, а сферу деятельности будут менять порядка 5-6 раз. Но очевидно, что будущее каким-то будет. Не у всех, и не всегда хорошее, но будущее наступит. И когда это случится, какое это следующее будущее, встанет вопрос, что ты можешь предложить на этом рынке в широком смысле этого слова. Рынке межличностных отношений, рынке профессиональных практик каких-то, рынке финансовом там, и так далее. То есть будущее наступит. И мы должны будем из своего чемоданчика достать что-то, с чем мы будем в этом будущем как-то функционировать.